из страны Египет. Последний этап чемпионата мира среди мотоциклистов, квадроциклистов. И для некоторых последняя возможность потренироваться перед Дакаром. Поэтому среди квадов мы можем здесь видеть сильнейших пилотов мира. Интересно будет посмотреть нам, как они едут. Интересно будет помериться силами. К сожалению, эта гонка для нас ничего уже решить не может. Вот, поскольку мы стали вторыми в этом чемпионате, в этом году. Вот. И будем учиться, потому что все сильные здесь. Патронелли победитель Дакара здесь, Рафал Сони, сильнейший гонщик, чемпион мира этого года. И ребята из Полариса. Будем надеяться, что все будет хорошо. Трасса, говорят, будет очень опасная. De cette organisation qui a permis d'arriver au départ de ce parcours de 10. En première ligne, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps.